ровно 5 лет назад, именно в этот же день, по удивительному совпадению, московское правительство вышло с инициативой к предпринимателям текстильной и легкой промышленности и задало вопрос, а не сделать ли нам такой проект, сделанный в Москве, а не создать ли такой проект, а может быть представить наиболее интересные разработки конечных изделий, готовой продукции, фурнитуры, материалов, наиболее интересных технологий, стартапов и так далее. Тогда эта идея была максимально единодушно поддержана, и вот спустя 5 лет, ровно 5 лет, замечу, именно в этот день мы представляем уже готовый проект, принимаем участие в этом проекте при поддержке московского правительства. Здравствуйте, меня зовут Константин Бочкарев, бренд Brutage. Мы отшиваем вот такие в том числе изделия. Это верхняя одежда, жилетка, также куртки такие есть. И используем мы там в качестве утеплителя материал под названием Hala Fiber. У нас есть задача сделать вот такие вот элементы стежки, чтобы они не примяты были, а чтобы были вот такие вот надутые. Ну и, соответственно, три слоя Hala Fiber сотки, каландрированный, вот сюда ушло и пристрочилось, и вот он, можно увидеть на видео, держит, в общем-то, форму такую упругую, и вот эта стежка выглядит как такая надутая. Ну, нас иногда спрашивают, слушайте, ну вот холофайбер, такие высокие технологии, это прям вот такие вот смарт-текстайл и так далее, это все так, это действительно так, это действительно такие высокотехнологичные разработки. О чем мы говорим, когда, значит, транслируем идею о том, что сделать можно из этого материала практически все, и сделать можно элементарную продукцию, даже находясь в домашних условиях. Вы, условно говоря, берете наперник, наволочку, помещаете в него нетканый материал, застегиваете или зашиваете, это может быть на молнии у вас, вы надеваете на эту конструкцию наволочку, у вас готовая подушка. Вы можете использовать ее самостоятельно, вы можете выставить ее, зарегистрировавшись как самозанятый на различные маркетплейсы и таким образом реализовывать продукцию. Подушка – это не единственный пример, разумеется, таких примеров масса. На этом стенде «Сделано в Москве» мы представляем разработки самые различные, самые неожиданные. Москва – это, конечно же, центр креатива, еще раз, да, здесь очень интересные нестандартные решения возникают по продукции гражданского и двойного назначения. И вот одна из разработок, ее автор Виктор Константинопольский, глава компании, не удивляйтесь, «Русский мех», создал такие изделия, которые позволяют быть человеку невидимым при низких температурах, при температурах минус 10, минус 15, минус 25 градусов. И таким образом это пончо, это изделие для, ну, такой максимальной, что ли, невидимости человека в тепловизионных аппаратах. Это маскирующий слой, который надевается для задач двойного назначения и для, например, для охоты, для гражданского назначения. Нетканые материалы – это многофункциональная и универсальная продукция. В моих руках сумочка московского производства Mark & Fox, очень интересная такая разработка. И здесь тоже применены различные разработки нетканные для придания объема, для придания формоустойчивости и для создания такого вот замечательного изделия, сделанного в Москве. На данном стенде представлены десятки компаний. Во многих из них стандартно или нестандартно применяются различные нетканные материалы Hala Fiber. Ну что, уважаемые коллеги, партнеры, друзья, у нас получилось, в общем, замечательное участие в этой выставке. Получилось нестандартное, очень такое динамичное, позитивное, конструктивное. Очень замечательно откликнулись многочисленные посетители. Я думаю, что несколько тысяч посетителей за все дни ярмарки, я думаю, будет статистика представлена московским правительством. Но здорово то, что мнение бизнеса услышано, и здорово то, что инициативы предпринимателей таким образом воплощены в реальные проекты с реальным бизнесом.